Хэшки, ребятки, с вами Лекс. Продолжаем играть с Лизерио. И смотрите, какие нас сегодня порадовал все-таки новый мод. Ну, то есть тот мод, который я добавлял недавно с Нянкетом. Он нас порадовал новыми скинами. То есть не сам Лизерио нас порадовал, а именно мод. Здесь в моде новые скины, ребята. Вы мне это, об этом сказали вчера. Я их тоже вчера заметил, но вчера не было возможности записать видео. Я их все сегодня вам не покажу. Специально буду тянуть в других видео. Обязательно вам продемонстрирую их. Вот первый Буритос Такос Буритос мексиканский у нас скин. Они все более сделаны по, так скажем, национальной составляющей. То есть здесь мексиканец, здесь черепашец. Это ладно, это другие скины. Здесь почему-то добавили скин кота Гитлера. Японский скин, китайский скин, американский скин. Но русского нет, к сожалению. Русского, к сожалению, нет. Вот так вот, не любит нас никто, русских. Украинцев тоже нету. Украинцев, походу, тоже не любят. И в итоге вот получается то, что мы остались вместе с вами в дураках. Нету наших флагов и наших скинов. Ладно, берем буритос, такос. И играем, ребят, сервер я уже выложил в группе ВКонтакте. Если вы до сих пор не подписаны, подписывайтесь. Там информация по совместной игре вместе со мной. И не только со мной. Можете поиграть также с другими людьми, которые там находятся. Потому что часто люди ищут себе, так скажем, друзей для того, чтобы поиграть в эту игру. Потому что одному скучно. Я абсолютно согласен с этим мнением. То есть то, что скучно, да. Я бы тоже искал, если бы мне требовалось. То есть, ребята, если вам не интересно играть одному, то можете найти себе друзей у меня в группе. И надеюсь, вы подпишетесь, и я вас там жду. Так, ну что ж, давайте все-таки попробуем, наверное, убить этого красного. Я буду надеяться, что у меня это получится. Ну, он куда-то уехал, вот в чем проблема. Ладно, и вроде бы он там с кем-то дерется, с кем-то борется. Значит, это уже что-то значит. Ой. Вот кого мы должны будем убить. Он почти его убил. Блин, вот говнюк. Зеленый, ну чё? Джек, септикай, давай. Ладно, пофиг. Кто-то из них сейчас должен погибнуть. Но кто? Делаем ставки. Я думаю, что никто. Ладно. Маленький убил огромного. В итоге вот так и получилось. Я думал, зеленый убьет того, либо тот убьет зеленого. Ну, маленький малыш какой-то просто вступил в бой. В итоге эти оба червя, на которых я говорил ставить ставки, оба они умерли. Да вот что происходит. Пипец полнейший. Блин, опасно, страшно и пипец. Полный пипец происходит. Вот тут даже боты мне сейчас меня пугают. Так, и что же? О, еще да, ладно. Вкусняшка-то еще есть, но взять ее не удалось. Не удалось. Вот такой вот, ребят, прикольный мексиканский скин. Так, вот так, буррито. Почему мексиканский? Потому что у него, ну, черты именно мексиканцев. По стереотипам, по крайней мере. Именно так мексиканцы и выглядят. То есть, если русский выглядит по стереотипам шапка-ушанка, балалайка, водка, Путин, то мексиканец выглядит вот именно так. Ира, приветик тебе. Ира с ником Метеорологист. Если вы не поняли еще до сих пор. Приветик, рад тебя видеть. Она мне написала, давай играть. И в итоге, да, я пришел сюда. Пашок, тебе тоже здорово. Что-то я с собой не поздоровался. Привет тебе, привет, рад видеть тебя. Ой-ой-ой. Что-то подлагивает. Ну ничего, давайте. Ой, боюсь. Ой, молодцы какие. Какие молодцы, сливаются, прям молодцы. Вот это я понимаю. Хорошие черви для меня, по крайней мере. Еще один слился. 6000 как с куста просто. Как с куста сорвал. Так, ну что ж, давайте. Ой. Хотел, блин, окружить, и в итоге появился вот этот синий. Ну ничего, синий тоже сейчас. Ой-ой-ой. Вижу вкусняшку. Ай! Блин, видите, я сейчас взял и подумал, что у меня... Блин, вот эта тупость в скине вот в этом. То, что у него начало начинается не здесь, где голова котенка, а начало начинается где-то вот здесь. Вот здесь. Вот видите, где я мышкой показываю? Вот здесь у него голова. А я думал, то, что я его убью, когда только вот шляпа вот эта кончалась в этом месте. То есть, сглупил, забыл об этом. Ладно, возьмем черепашку, я не знаю, чей это скин, это, скорее всего, скин какого-то блогера. Точно, это же их команда как раз-таки называется там
что-то связано с черепахами. Вот я имею в виду их команда, это чья? Все верно, создателей этого мода. Если вы до сих пор не поняли. Именно так, именно так. Так, ну что ж, тогда попробуем за этого чувачка поиграть. Веселый такой. Не знаю, у него что, как тостер сделан, потому что у него что-то внутри его панциря. Что-то находится. Я не знаю. Я не знаю. Если у вас есть какие-то предположения, то будьте добры, напишите мне в комментариях. Может быть, так и окажется. Может быть, это даже не предположение. Ой, господи. Он все-таки погиб. Ну, это хорошо. Это хорошо. Но... Почему, господи? Я не знаю. Ну, потому что это было, выглядело, на самом деле, ребят, так, то, что он не погибнет, то, что он спокойно сейчас повернет, и все. И уйдет. Он вместо этого взял и просто слился. Так, валим, короче, отсюда. Что-то мне кажется, что здесь немножко опасненько. Ну, докрутился, довертелся. Докрутился, довертелся. Чувак, серьезно? Ну, серьезно? Ладно, я не хочу с ним воевать. Мне сейчас главное взять вот эти вот эссенции. Эссенции. Как же многие не любят это слово. И убить вот этого вот зеленого, как я и хотел. Да, да, именно так и хотел. Я действительно хотел бы сказать то, что сейчас пойдем за этим зеленым. За этим Джексептикай скином. Если почему. Почему вы не знаете. Ну, многие не знают, почему Джексептикай, я иногда говорю. Потому что это скин блогера под этим ником. Джексептикай. Это друг. Ну, может быть, он стал другом PewDiePie только после того, как стал блогером. Ну, в основном, да, у них коллаборация такая была небольшая. Но они, в принципе, в реальной жизни тоже общаются. Джексептикай, PewDiePie, Марк Киплер, Маркиплайер. Ну, я почему-то Киплер постоянно говорю. Не знаю, неправильное произношение, неправильно произношу. Господи, вы видели? Так, 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 давай! Отлично, отлично. 8000 как с куста! Это тоже будет мой, да. Нет, он все-таки развернулся, молодец. Молодец, ладно, ладно. Так, а это что такое за мусор? Что за биомусор такой? Думал меня убить, да не, не тут-то. Не тут-то было. Ой. Буинг, буинг. Отлично. Я в топе, аллилуйя, наконец-таки. Наконец-таки я дошел до топа. Я думал, этого не случится в этой серии. Что это за фигня сейчас была? Вот что это за фигня сейчас была? Я должен был повернуться. Ладно, ладно. Возьмем еще один скин. Теперь уже розовенькую, красивенькую, няшную котеечку. Котеечку, да. Котяечку. Котю. В общем, котю. Котю, да, отлично. Прикольный скин это, как я понимаю, был нянкет и был вот как раз таки вот это вот тоже. Или это... Нет, это Hello Kitty, точно, Hello Kitty же. Точно, 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 точно. Блин, он не повернул, я честно хотел. Думал, вот, ну, суподово не повернет в эту сторону. И взял, повернул он все-таки. Говнюк. Так бы я бы его убил, если бы он не повернул. Ну, просто дело в чем было. Я брал его, так скажем... Ну, в общем, смотрел на его действия. Как он будет себя поведет при... том или ином действии. Ну, просто-напросто... Просто-напросто поехал так, как я, в принципе, не ожидал. Так, ну и что? Что это будет? Кто же погибнет здесь первым? Нет, уже не первым, конечно. Уже, конечно, далеко не первым. Бэнк! Я взял их в плен! Бэнк. Отлично. Вот это я понимаю, вот это я понимаю скилл. Скилл, вот он, как выглядит скилл игрока. Ну, более-менее, который умеет играть. Это я про меня. Я не про, но я хорошо играю. Я не отрицаю этого. В принципе, вы и так это постоянно мне пишете. Я рад, спасибо, что пишете это. Приятно, приятно все-таки слышать. Такие вот комментарии положительные. Ну, точнее, не слышать, а более читать. Так, и что же мы сейчас сделаем тогда? Тогда мы вот охотимся на этого червя. Он, наверное, подойдет. Да, я знал, что он поедет. Блин, но все-таки он не врезался. Было близко, было близко. Я знал, что он поедет. Рано или поздно в эту сторону повернет. Вот говнюк. Это чувак, который написал себе ник бота. Но ботом не является, так что надо быть с такими осторожными. Чтобы все подумали, ха, это бот.
Бэнк. Ладно, не получилось. Это бот, и пойдут его убивать. А в итоге-то это нифига не бот. И он взял, обманул, получается, всех. Так, о, неплохо, неплохо. Ну и что? Что дальше будет? Вижу, вижу этого бота, которого не, который не бот. Вот говнюк. Им было опасно. Все, это взял в плен я его. Взял в плен этого бота, не бота. Красота, красота получается, как красиво. Отлично, мастер-класс. Так, какая красота, да? Какие красивые тона все-таки. Я опять в топе. Лучше этого не говорить, потому что когда я туда захожу, в этот чертов топ, то сразу начинаются проблемы. Ну ничего. Пошок, еще раз тебе привет. Молодец, спасибо, что играешь здесь вместе со мной. Очень рад тебе. Очень рад. Это вроде бы тот самый Пошок, который у меня в модераторах сидит. Господи, чуть не умер. Который сидит у меня в модераторах. Давайте проедем здесь. Блин, а, господи! Если бы я проехал, я бы просто самым наипичнейшим моментом бы это назвал. Просто самым наипичнейшим. К сожалению, не получилось. Я знал, я видел то, что он хочет меня уже закрыть. Я бы, скорее всего, навряд ли проехал. Но если бы ускорение... Ну, возможно, была возможность проехать. Ладно, ребят, если вам понравился ролик, ставьте лайки. Не забываем подписываться на канал, писать в комментариях. Я на комментарии ваш отвечаю, если это какие-то не тупые вопросы, конечно. И если вы что-то интересное меня спросите, я на это обязательно отвечу. А с вами был Лекс. Всем добра!